Продолжаем болеть, переживать и надеяться. Представительница Ненецкого округа Кристина Ясинская выступила в полуфинале всероссийского вокального проекта «Новая звезда», который проходит в Москве. На этот раз наринмарская певица исполнила песню под названием «Разбуди меня». На сцену Кристина вышла в необычном образе. Строгое жюри за исполнением композиции наблюдало очень пристально. Отпусти, прошу, отпусти. После номера Кристины в зале раздались бурные аплодисменты. Свой луч выключил лишь единственный член жюри. Впрочем, остальные выступлением нашей исполнительницы остались довольны, а некоторые пришли даже в восторг. Ведущая телепроекта выразила уверенность в том, что Кристина обязательно дойдет до финала. Впереди участников ждет еще один полуфинал, который пройдет 2 мая. Точно так же, как и во втором туре, на этом этапе баллы конкурсантов будут складываться из оценки жюри и смс-голосования телезрителей, которые обеспечат выход в финал проекта лишь 12 исполнителям. 10 мая состоится грандиозный гала-концерт, на котором после завершения всероссийского смс-голосования будет объявлен победитель.